Вот это да, Басидов сразу сдали, вот это кирпич сейчас прилетел от Романа. Пристреливается потихоньку кольцо, ну и сразу актив начал. Забивает. 4 на 4. Счет равный. Сапрыкин. Бережковая передача была, но Глушенко в итоге успевает выбрасывать, но не точно. Басидов атаку разгоняет. Мажет первый. Второй забивает. По фамилиям ошибаюсь. Поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Я все комментарии читаю. Кузнецов на широких шагах. Очень красиво было от него. Удовольствие за Милоки наблюдать. Басидов. Атаку разгоняет на широких шагах. В этот раз фол не дали. Басидов на добивание. Наконец-то Зайцев там подбежит. 4 подбора у Романа. Куленко. Дальше Кузнецов. Кузнецов. Сохраняет владение там. Скидочка могла пройти, в принципе, от Сапрыкина, но не дошла до Кузнецова. Дальше Вакуленко. Здорово. Кузнецов. Зайцев вышел. Тонова в итоге сейчас будет. Пендер или Пендер? Сегодня, в общем-то, Александр не был заметен в первой четверти. Во второй пункт. Сегодня, в общем-то, Александр не был заметен в первой четверти. Во второй пункт. Хоть мяч получил. Кузнецов, дальше Глушенко. Выпустил, Максим, не точно, Басидов. Мечков пытается загрузить. Мечков, ну! Что ж такое? Буленко! Спасибо. Я считаю. Теперь две замены. А, Пендер, видимо, не было в первой четверти. Две замены было, да? В принципе. Вроде должно было две быть. Вот это да! Сейчас Сапрыкин. Осинин. Зайцев. Зайцев 3. Осинин. Дальше Зайцев. Зайцев 3. Дальше Петров. Пошел под проход. Так. Товарищ судья нам объяснил, что лучше посчитать правила насчет того, касания щита. Глушенко. Как забивает сейчас Глушенко.
Кузнецов. Отличная передача. Там Наглушенко дальше на периметр. Находит Вакуленко. А штраф нет. Для Ильи Сапрыкин выходит вместо Кузнецова. Выбирает, где же подбор? Аманов. Сапрыкин. Вот сейчас полностью срабатывает Аманов. Добились Москва Буллс этого. Ё-моё, я даже поперхнулся, ребят, извиняюсь. Харитонов. Сейчас прилетел общин. Красиво очень пошел Сапрыкин, но реализация. Петров дальний бьет, мажет. Петров на подборе. Забирает все владения. Синин. Хорошая скидка на Басенова. And one, let's go. Басенова. And one, let's go. Очка Роман в одной атаке. Дальше увидел Мечков. Сапрыкин. Осинин. Сапрыкин. Дальше. Благодарю. Харитонов, Мечков из-под кольца, здорово. Завершает атаку уже он. Харитонов получает. Харитонов 3. Туда! Харитонов, что за матч? Терехи, я сильно завалили. Ё-моё, надо вставать молодому. Правильный фолос Харитонова, здорово. Защите. Сапрыкин. Ну-ка, пьюла. Сбивай. 6 очков разница. Все правильные игроки. Москва будет свое кольцо. Мяч. Но повезло. Глушенко. Сапрыкин быстро атак начинает, там Вакуленко набегает на мяч, Вакуленко тоже выбросил, ну что ж такое, Зайцев всем ответить, можно потянуть время, но...